Самое основное – это ушло сопротивление самой жизни. Все то же самое происходит, но при этом внутри ощущается свобода. Невозможно бояться чего-то, что протекает через тебя, что держит тебя, что является самой твоей жизнью. И, в общем-то, наконец, сейчас я по-настоящему чувствую эту жизнь. Меня перестало тревожить мое будущее, скажем так. Это настоящее. И это сейчас, оно длится снова и снова и снова. Парадокс в том, что агрессии нет, как когда нет никого, кто бы подавлял ее, она больше просто не возникает. Парадокс в том, что тоска не может длиться дольше, я не знаю, минут. Открываю радости в простых вещах. На самом деле в жизни заложено очень много радости в том, что происходит. От того, что бежит вода, от того, что я прикасаюсь к каким-то предметам. Поэтому очень много переживаний в самой жизни. Мысли могут быть разные. Мысль одна может прийти, что нужно сделать так, другая мысль придет, что нужно сделать не так. Но даже это не вызывает отвержения, отторжения внутри. И вот в этом единстве нет больше отделенности от жизни, от самой. Сам сдвиг, само пробуждение, оно просто даровано было.